Сначала отключаем питание. Ну, вот батарею нужно снять. Сначала одну защелку подвинули. Теперь, значит, другую. Другую одновременно отодвигаем и снимаем батарею. Все, это первый этап. Второй этап. Откручиваем болты. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Вот здесь вот 9 болт, 10, 11. Все их выкручиваем. Ну вот это последний, 11. Выкрутили. После того, как этот болт, который держит привод, выкрутили, снимаем привод, все, откладываем его в сторону, затем снимаем эту крышечку, откладываем ее в сторону. Дальше вам нужно будет открутить, это что у нас, болты накопителя. Вот один болт, второй, третий. Видите, тут стоят такие треугольнички, не ошибетесь, какие болтики. Когда их открутили, можно будет снять накопитель, а можно и сразу крутить остальные. Вот видите, вот еще один, второй, третий, четвертый, и вот здесь вот пятый. Это болты 2 на 8, поэтому их можете сложить сразу отдельно, ну и вместе с этими тремя в отдельную чашечку, что вам их потом придется вперед закручивать. Ну вот, открутили эти три болтика. Вот один, второй, третий. Что ж ты не хочешь? Не хочет. Не крутил. Белки. Давай. Вот они, это болты 2 на 8. Такой вот длины. Берете за эту ленточку, поднимаете чуть вверх и двигаете влево. Все. Привод убрали. Теперь нужно будет отцепить вот этот вот разъемчик. Сейчас я камеру выключу, но нужно будет аккуратненько его, внимательно. Берете чем-нибудь остреньким и этот разъем снимаете в одну, в другую сторону. Так, потихоньку. Вот, скинули. Теперь самое сложное. Это нужно снять крышку. Так, ну. Начинаем отсюда. Вот, продвигаясь по периметру, освобождаем ее от клипса. С другой стороны и вот так вот по всему периметру. Камеру сейчас я отложу пока. Ну вот, прошлись по всему периметру, видите, свободно крышечка уже будет сниматься. Вот, все, снимаем ее в сторону, отставляем. Подходим к самому основному. Вот этот кулер, его нужно будет поменять. А чтобы не поменять, нужно заказать. И вот вся моя работа свелась к тому, что я должен
марку его списать. Все, фотографируем. Я залез в ноутбук только для того, чтобы списать марку кулера, потому что когда-то мне его чистили и сказали, что он на подходе. Но если вы будете менять его или чистить, если он разборный, вы будете по-любому убирать вот этот вот охлаждение, воздуховод. Тогда вам нужно будет заменить термопасту вот на этих вот контактных площадках. То есть старую термопласту убрать, нанести новую, это несложно. А если снимать кулер, то здесь нужно три винта открутить. Вот один винт, второй винт и третий винт. Ну, естественно, снять вот этот вот разъем. Так что вот марку мы сфотографировали, сейчас закажем. А пока он на ладан дышит, можно еще работать на нем. Далее все делаем в обратном порядке. Накладываем крышку. И аккуратненько ее прижимаем. По всему периметру. Вот это мы сделали. Теперь можно разъем поставить на место. Аккуратненько. Хочешь, не хочешь, придется. Придется воспользоваться этими услугами. Так. Разъем поставлен. Теперь немножко подняли, опускаем и прижимаем. Так, хорошо, зашло все. Теперь болты 2/8 закручиваем. Три болта, не 4, а 3. Напоминаю, что где вот эти вот указатели стоят, треугольнички 1, 2 и 3. Туда не надо. Болты здесь длинные, 2/8. Вот эти три болта. Ну вот, винчестер мы поставили. Теперь осталось нам вот под этой крышечкой закрутить. Сколько их там? Три поставили. Пять болтов осталось. 2/8. Вот 1, 2, 3, 4. И пятый вот здесь вот. То есть это такие же длинные болты, как и прикрепление винчестера. Вот здесь вот сейчас вкрутим. Далее устанавливаем на место оптический привод. Вот его поставили. Ставим болтик 2/8 и заглушечку.
такой. Вот. Болтик завернули и заглушку на место поставили. После этого нужно, можно и нужно установить крышку. Вот, закрыли. Здесь два болтика у нас. Два длинных болтика, 2 на 8. Вот один, а сюда второй. Взяли, закрутили. Теперь осталось закрутить вот эти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 болтиков. И останется поставить батарейный отсек. Устанавливаем батарейный отсек. Все. Фиксируем защелочкой. Ноутбук собран.